Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция вновь собрала в Нерингре амбициозных и молодых ученых, аспирантов и студентов. Уже 18-я по счету в этом году конференция посвящена 25-летию со дня образования Технического института Северо-Восточного федерального университета. Подробнее в следующем сюжете. Первый день традиционно начался с пленарного заседания, где с приветственным словом к участникам обратился директор технического института, а также выступили гости с научными докладами. Это основа будущего, это основа нашего развития, это показатель, что сегодняшний день наука есть, нам есть чем заниматься и нам есть куда стремиться. В этом году в столицу Южной Якутии с научными докладами приехали гости из городов России, а также со всей республики. Примечательно и то, что уже не первый год это научное мероприятие проходит под статусом международного участия. Это некий обмен информацией, обмен мнениями, поиск партнеров по науке. Для многих это мероприятие – шанс апробировать свои научные исследования и разработки в той или иной области, получить качественную консультацию от опытных членов комиссии и выслушать различные мнения. Очень отрадно, что это проводится не только в традиционных центрах научных, как, скажем, Москва, Ленинград, к которому мы привыкли, Новосибирск. Нерингер в этом плане стал давно привлекательной зоной. Все заявленные статьи в дальнейшем будут опубликованы в ежегодном сборнике Всероссийской научно-практической конференции. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингер.